Специальная военная операция началась 2 года назад. Событие всколыхнуло общественность. Различные аспекты боевых действий, причинно-следственные связи, фронтовые истории приковали всеобщее внимание. Но также стали и средствами для различных манипуляций и фейков. Чтобы сохранить реальные факты этого времени, подвиги бойцов и увековечить память саровчан-участников боевых действий, в городе проходит сбор документов по истории СВО. Это не какая-то новая акция. Да? Что-то похожее происходило в годы Великой Отечественной войны, когда еще в 1941 году на уровне Государственного комитета обороны выходили нормативные документы, которые требовали обеспечить сохранность документов, связанных с Великой Отечественной войной. Да? Сейчас вот по аналогии мы действуем так же. Собираем документы самостоятельно, то есть выходим на организации, учреждения, периодические издания, средства массовой информации. Свой вклад в создание исторического фонда могут внести сами бойцы и их семьи, а также коллеги, сослуживцы, учреждения образования. В архив принимают официальные документы, публикации, дневники и воспоминания, фото и видеоматериалы, интервью с участниками СВО, письма и так далее. Примут и такие экспонаты, как награды и трофеи. Материалы могут быть связаны как с добровольческой деятельностью, так и с личным подвигом бойцов, действующих или погибших. Работа ведется последние 1,5-2 года. Подшивка газетная, в электронном и бумажном виде у нас принято на хранение. Есть документы персональные по участникам СВО, есть документы по сборам и помощи новым регионам Российской Федерации и на фронт, отправка материальной и технической помощи. Мы всю эту документацию собираем, сохраняем, упорядочим, и в дальнейшем она послужит источником для изучения всех этих событий. Сбор документов по истории СВО не разовый. Приносить материалы можно на постоянной основе. Помимо архива, их принимает и городской музей. Получить консультации можно по телефонам 3-42-56, городской музей, и 9-18-01, архив города Сарова. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.